Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби. У нас с вами ивент. Ага. Защитить вот этих вот бонгчой. Ну ладно, давай постараемся как-нибудь с тобой здесь помочь нашим милым растениям выжить. Так, ага, идет. Идет здесь, давай, наверное, сюда поставим капельку. Мину. Давай, ладно, влепим сюда мину с тобой. Интересно, он сожжет, нет? А, он ее не видит, окей. Давай, наверное, сюда влепим и сюда. Че? Че так много-то вас тут? Эй! Братюни, хорош, успокоились. Смотри, целая гвардия просто идет. Так, а еще должен быть, кто у нас тут? А, Гаргантюа, конечно же. Как же без него-то, ё-моё. Без этого пройдохи. Опа, 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 ребята, там уже совсем плохи дела. Так, заморозили, отлично. Давай, наверное, вот сюда. А, здесь уже есть мина, вот сюда влепим минку. А сюда, по идее, нам надо ставить бонгчой. Так, с первой волной справились, да? Идет, идет, шурует где-то уже. Вон он. Друзья мои, вон он где находится. Наверное, нам придется с тобой здесь вот так вот делать. Что-нибудь помогло мне? Помогло, что мы... Опа! Да ну, идет просто напропалую. Давай сюда вот мину влепим. Арбуз. Так, подождите, друзья мои. У меня уже не слишком близко. Мне пришлось потратить свои финансики, так скажем. Не сожги мне растенице, бедное мое. Давай так сделаем. Сюда, наверное, мину влепим. Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Как быть? Пока, если честно, не особо понимаю, как нам здесь... выжить. Еще один Гаргантюа идет. Представляешь? Так, а это... Нет, это не последний. Это не последний, друзья мои. Так что радоваться пока еще рано. Блин, со всех сторон, друзья мои, окружают. Со всех абсолютно сторон. Так, арбуз, это, конечно, все хорошо. Заморозка, ну, это, сам понимаешь, да, все замечательно. Но мне-то нужно вот этого Гаргантюа и вон того, наверху которого, тоже нужно уничтожить. А это проблема. Так, наверху подбили с тобой. И это уже хорошо, друзья мои. Это уже очень замечательно. Заморозься к ядрене фени. Так, я сюда еще поставлю, наверное, мину. Первобытную. И вон туда капельку ему под ноги. И сюда еще одну минку. Я думаю, что здесь он уже не сможет пройти. Я ему еще минку сюда влеплю. Так, ну, давай. Пришлось, так сказать, потратить свои последние кровные монетки. Так, друзья мои, три пиньяточки давай достанем. Ой, ну что это? Ну какого лешего? Сколько? 2000 голды. Ну зачем мне мина вот эта? Ладно бы какая-нибудь другая. Ай-яй-яй. Ну, не знаю, ребят. В любом случае, сегодня мы идем на основную сюжетную линию. И это у нас первобытный мир. Так. Давай-ка быстренько заглянем. Мы с тобой, кстати, выполнили квест. А почему меня до сих пор еще здесь держат? Я уже заходил в новый биом, так что не надо. Ля-ля-тополя. Так, 76 гемов у меня. Слушай, 76 гемов, это хорошо. Зайдем быстренько с тобой на огородик. Глянем, что у нас тут. Отлично. Слушай, даже шикарно. Так, все, чертополох польем. А здесь посадим. Электрический стебелек, кукурузка и бонгчой. Блин, смотри-ка, лава-гуава у нас под ультой. Можно взять, в принципе, да? И фасолька, или боб. Бобовые. Ладно, это все будет позже немножечко. Давай-ка мы теперь посмотрим наш первобытный биом.
Вот он. Так, можем мне зайти? Будьте так добры, покажите. Угу. И начнем с первого уровня. Многие сказали, что именно первобытный биом и пляж — это самые сложные уровни. Я вам верю, друзья мои. Но деваться некуда, будем проходить. Так, знакомые какие зомби. Прям из игры «Растения против зомби. Герои». Вспоминается мне. Так, ладно, пока не об этом. Мне дали доисторический горохострел. Я взял подсолнух. Наверное, возьму сюда магнит. Хотя это, наверное, камень. И, наверное, он не магнитится. Хм. Возьму лаву гуаву сюда. Спорогриб. Так, защитника. Ну, наверное, нам здесь придется еще взять орех голографический. Ну и на худой конец бонг-чой. Все, ребят. Вот такая у меня бригадушка получилась. Погнали. Будем сейчас смотреть. Ну, первые уровни, ты сам должен понимать, они будут довольно легкие. Причем мне нравятся вот эти вот доисторические газонокосилки. Прикольно сделали. Так, что? Ну, это нам не помеха. Мы сюда поставим защиту на первое время. Так что, пока он будет тут пробиваться, мы уже здесь сделаем с тобой защиту. Причем хорошую. Так, а кто у меня? Ну, вот бонг-чой будет его бомбить, в принципе, да? Ой, какой он ватненький. Ну что, нам надо еще, наверное, рядочек подсолнухов высадить. Да и пора бы как бы уже переходить в защиту. Так, давай-ка вот сюда орех поставим. Тихо, 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 не надо тут бежать, сломя голову. Может быть, вот так сделать? И вот так. Так, он съел орех, а? Ты посмотри, быстро не жуют их, однако. Настолько сильные и крутые. Но горят так же легко, как и обычные зомбики. Так, а вот этот, ребята, у нас, это, я так понимаю, доисторический колпак на голове у него, да? Ха-ха. Похоже, именно так. А ну-ка, давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. И вот сюда поставим спорогриб. Также вот так. Можно сделать еще одного защитника. Оу-оу-оу. Так, этот у нас с камнем на голове. А на камне, главное, нарисовано ведро. Прикинь, нарисовал. Нарисовался. Фиг отмоешь. Ладно, лава-гуава, пошли. Всех тут, всех замочим. Так, давай сюда. Слушай, ну, удобрения пока не надо нам, наверное, тут тратить. Этих мы с тобой отбрасываем. Сюда поставим еще спорогриб, наверное, и бонг-чой пускай стоит. Также лава-гуава. Здесь, я думаю, никаких шансов нету. Мы еще вот так с собой сделаем. И зомби не пройдут просто-напросто. Вот и все. Просто не пройдут. Они не смогут. А этот еще, смотри, себе на голову что надел. Типа шлем, да? Череп динозавра влепил. И довольный, главное. Так, давай-ка мы вот так нас с собой сделаем. Ага, я, кстати, вот этого паренька-то не смотрел, что он из себя представляет. Че он там стреляет? Каменным горохом? Это как так? Каменным горохом. Прикольно. Еще при этом он, по-моему, его немножко отталкивает, да? Ведь мне это не кажется. Я так понимаю, здесь, наверное, будут доисторические гаргантюа. Тоже, да, в повязках, наверное, все дела. Ну ладно. Слушай, ну тут какие-то долгие уровни, я смотрю. Мы с тобой играем, играем. Они все идут и идут, и не заканчиваются. Хотя всего лишь две волны.
Интересно. Так, подожди, а почему я не могу лов... А, там орех у меня стоял. Там у меня стоял орех, поэтому я лаву-гуаву не мог поставить. А вот теперь... А теперь уже поздно. Теперь уже поздно, теперь если только... Вот так. А, тут же. Вот в этом орехе и хорошо, и плохо. То, что вот его съедает, да, ребят, остается вот на поле вот эта вот самая штука, да? Голографический элемент, который ее вызывает. То есть я не могу туда больше ничего поставить. Это немножко расстраивает. Все. Слушай, первый уровень не такой долгий. Трындец. Так. Как же тебя звать, малыш? Да исторический горохострел так и величать? Ладно, получили с тобой. По-моему, примитивный горохострел. Понял? А мы с вами на второй уровень перешли. Так, что у нас здесь? Они бубнят. Ничего абсолютно нового не добавилось. А мы с вами забираем все, что у нас было. Так, лава-гуава. Морковку, я думаю, не будем брать с вами. Возьмем спорогриб. Опа-на. А вот этот чудик будет их подкидывать. Точнее, подталкивать, насколько я помню. Это опасно. Давай тогда возьмем бонг-чой. А первобытного мне не дали, да, еще пока? Горохострела, примитивного. Понятно. И как же нам тогда здесь лучше сделать, а? Давай возьмем с вами сельдерей. Ну, я думаю, наверное, этого будет достаточно. Поехали. Примитивный горохострел ждет нас вон там наверху. Он уже автоматически у меня лежал в руке. Ну, начинаем, естественно, с подсолнухов. Так, копим. Ага, пошел, внизу уже. Наверное, вот так мы с тобой пока начнем. Сельдерейчик там займется делами. Не знаю, справится ли он сразу или не справится. Но, сельдерей, вылази. Тык-тык-тык-тык-тык, отлично, молодец. Легко его уничтожает. На изи. Так что есть смысл их здесь... А, тут с колпаком идет наверху. Наверху идет с колпаком, поэтому... Прикроем его маленечко спорогрибом. Опа-опа-опа-опа, смотри, кто идет. Будет хвостом тут своим вилять, да? Будет именно своим хвостом здесь вилять. Давай-ка вот так сделаем. А лучше... Блин, я даже не знаю как. Может быть вот таким вот образом? Может быть, может быть. Причем сам вот этот, да, динозаврик, ничего нам не делает абсолютно. Он просто ходит и все. Никакого вреда нам не наносит. Интересно. Ну, понятное дело, да? Динозаврику по барабану на эти растения. А вот зомби, конечно, люто начали войну. Видите ли, им нужны мозги. Вон, ешьте у динозавра мозги. Че, мне нравится-то, не могу понять. Так, давай, наверное, вот сюда еще поставим с тобой сельдерейчик. И осталось немножко нам, чтобы рядок забить. Чтобы рядок забить, нам осталось всего лишь один подсолнух поставить, и все. Сюда, наверное, поставим защитника. Так, лава-гуава нам в помощь. Все, с подсолнухами мы разобрались. Теперь остается лишь выстроить нашу защиту. Как? Так, ну-ка. О, молодец, откинул его обратно. Да ну! Отвали! Явился тут, понимаешь ли. На мои подсолнушки свой роток раскрыл. Ну, в принципе, ребят, как бы все отлично. Все отлично. Оборонка нормуль. Единственное, конечно, что... Надо вот здесь вот, наверное, защитников нам побольше поставить, да? Ну и лава-гуава. Я что-то вообще не представляю, как мне сейчас играть без нашей лавы-гуавы. Понимаешь? До чего я привык к этому растению, что прям слов нету. Ну... Давай-давай, лава-гуава, жги их там. Всех.
в расход. Отлично. Ну что, Бонгчой, давай выйдем, поговорим, пообщайся, как говорится, с этими зомбими. А то они нас совсем не понимают. Прут вон и прут. Все идут и идут. Так, давай-ка мы, наверное, нашего стража подлечим маленько. Ну, а что? Ну, вот, вот, давай-давай в спину ему. Шикарно. Ну что, друзья мои, второй день у нас пройден. А, погоди, пройден. Тут же еще, вон, видишь, добивают. Но я тебе скажу одного, что вот этот вот примитивный горохострел все-таки, видишь, может отталкивать зомби. И это, кстати, классно. Это очень классно. Так вот, как бы помочь ему? Давай, наверное, вот так сделаем. А то мы его тут будем до потери пульса бомбить. Ну, сгорит уже, все. Второй день, кстати, миновал. Мне единственное, хотелось бы узнать, сколько вообще здесь у нас, по сути, дней. Сколько миссий. Давай-ка глянем, да? Ну что, мы с вами перешли на третью миссию. А уровни у нас в общей сложности, так, смотри-ка, уже 20. 31 миссия. И на 32 у нас уже будет босс-замбосс, ну, по идее. Окей. Ну, а мы с вами, блин, да что же я вышел-то. Продолжаем. Значит, третий уровень у нас, покажите, кто у нас тут будет. Все то же самое. Все те же самые зомби. Ага. Так, это у нас виноград, насколько я помню. И он атакует случайных зомби, по-моему, так. Ну-ка, проверим. Вау. Шикарно. Так, здесь мы с тобой поставим арбуз, потому что этот динозаврик их будет сюда подкидывать. А ну-ка. Вау, шикарно. Мне нравится. Так, поставим везде чеснок здесь. Пускай стоит. И подождем уже, когда будет зомби побольше. Хотя, сможем ли мы уничтожить сразу же? Да, отлично. Тогда не страшно. Тогда не страшно, если они здесь накопятся у нас, мы их все равно всех разнесем в пух и прах. Куда ты его подкинул мне, понимаешь ли? Взял просто такой хвостом. Тынц. Подтолкнул слегонца, да? Где ягоды? Давайте мне что-нибудь. Ага, чеснок. Ладно, пускай будет чеснок. Блин, вот эти подходят. Я думаю, не пройдут они здесь далеко. Отлично, мы разобрались. Давай теперь здесь. Великолепно. Так, и два таких серьезных у нас, да, идут. Последний остался. Сейчас мы с ним разберемся. И, кстати, будет последняя волна скоро уже. Ну-ка, арбузы, бомбим. Куда ты его подталкиваешь, я тебя спрашиваю. Блин, дайте мне виноград, пожалуйста, а. Мне нужен виноград. Вот он. Вот это я понимаю. Взорвали. Так, вот этого нужно еще как можно быстрее уничтожить. Ну? Тебе же не нравится чеснок, насколько я помню. Так, а это, друзья мои, уже последняя волна идет. Мы можем вот так, наверное, сделать. И вот кинет вниз. А вот тут мы вот так применяем. Отлично. Получается последний. Здесь у нас первобытный зомби. Сейчас мы быстренько с ним разберемся. Так, арбуз кинули. Ну давай арбузом будем бомбить. А он еще у нас с этим идет, да? С удобрением. А, нет. Это когда он ест чеснок, он становится зелененьким. Ну типа ему не нравится. А вроде бы зомби, не вампир. А боится чеснока. Ну что, ребят, 3400 у меня, да, голды. А мы с вами переходим на следующий денечек. И здесь ничего нового, опять же, нету. Берем подсолнух. Так, а мне не дали? М-м. Когда же мне дадут примитивный горохострел, а? Кто мне скажет?
Хотя вот он, у меня родной стоит уже и ждет. Так, погоди-ка, чего нам не хватает? Чего нам с тобой здесь понадобится? Может быть, арбуз? Хм. Но заморозка, в принципе, никогда не будет лишней, согласись. Рискнем, наверное, да? Такую вот бригадушку сыграть. Но 500, он стоит 500 энергии. Дорого. По моим меркам это очень дорого. Но дороговизна оправдывает себя, потому что, ребята, он может замораживать. Так, тихо, тем более, когда здесь ходят вот эти вот супостаты. По-другому и не назвать их. Давай-давай-давай в спину. Не успеет, да? Толканет, честно, наверное. Бам, с ногами его. Лапами. Отшвырнул. Слушай, мне вот это вот не нужно здесь. Давай-ка вот так. Бум. Мы его обратно, он его сюда. Давай-давай-давай в спину ему. Так, еще одного сюда поставим с тобой. Защитника. Так, подсолнухи. Можно, в принципе, лаву гуаву здесь влепить. Ага, ага, получилось. Все отлично. Не успел он его сюда к нам швырнуть. Теперь пошла у нас следующая линия. Так, они по всем фронтам, ребята, двигаются. Они двигаются по всем фронтам. Это плохо. Так, внизу подходит. Надо делать вот так вот защиту, срочно. Срочно защищаемся. Так, вот здесь, ребята, у нас тоже с вами не очень хорошо. Ты видишь, у нас защиты никакой здесь нету. Окей. Сгорели. Надо вот так вот сделать. Сельдерей поставим, чтобы он им в спину бомбил. Давай, давай, родной мой. Сейчас съедят тебя, по-моему. Нет, не успели съесть. А вот здесь что происходит? Объясни ко мне на милость, а? Пришел, понимаешь ли, здесь начинает растения мои хавать. Нет уж, как-нибудь давай без этого. А здесь откидываем. Секундочку, секундочку, этот сгорит или нет? Молодец. Так, я совсем забыл про наш примитивный горохострел. А ну-ка, давай вот так сделаем еще с тобой. И сюда примитивный горохострел поставим. Ну. Так, ё-моё, это только вторая волна пошла. Куда ты мне его подкинул? Из-под тишка, главное, да? Подходит, хоп. Лапами задними. И отбрасывает его. И самое противное, что я не могу его уничтожить. Не могу я вообще с ним ничего сделать, с этим динозавриком. Смотри, что творит, а? Так, подсолнухи нам уже, в принципе, здесь не нужны. Оу, смотри, что у нас тут происходит, друзья мои. Смотри, что происходит. Успел, ты прикинь, сельдерей успел этого чудика завалить. Вот это классно, вот это он молодец. Проявил, так сказать, сноровочку, да? Стражники эти тоже у нас хороши. Блин, хотелось бы, конечно, их прокачать, чтобы они бомбили в 100 раз круче. Ну вот куда вот он? Вот куда вот он его подкинул? Ты прикинь? Он его заплюнул сюда. Блин, я даже ничего не могу сделать. Почему не могу? Я могу поставить сельдерей. И вот так вот. А? Сейчас мы его завалим. Отлично. Очередная волна. Ох, ё-моё, ты посмотри, сколько их там идет. Воу-воу-воу-воу. Мои растения даже уже не справляются просто-напросто. Так, срочно сюда защитника поставим. И сельдерей, пускай он их бомбит в спину. Ну? Давай-давай-давай. Не успел, да, его съели. Ладно, поможем тогда. Ну, все сгорели? Нет, еще один остался. И вот так вот мы с тобой сделаем. Да, он сгорел.
Офигеть, это был четвертый. Оу, друзья мои. Кто это у нас, а? Конечно, это у нас примитивный горох. Точнее, примитивный орех. А может быть даже камень какой-то. Нет, все-таки это примитивный стена орех. А мы переходим с вами на седьмой день. Так, ну что? Значит, примитивный орех-стена у нас появился, да? Значит, мы с тобой возьмем сюда еще вот этого вот первобытного примитивного горохострела. Смотри, мы здесь, кстати, не можем с тобой использовать, да, тимьян. Его запрещено здесь использовать. Ладно, сыграем по их правилам. Мне вообще ребята сказали, что в юрском вот этом вот периоде самые крутые растения. Давай посмотрим, насколько они крутые, насколько крутой вот этот вот примитивный орех. Что это он так там орет? Дико как-то. Давай ему в спину. Слушай, здесь бы, наверное, Бонг Чуй хорошо зашел бы, да? Как раз стоял бы себе за этим орехом и бомбил бы. Но я что-то забыл это сделать. Так, давай вот сюда поставим. И вот так вот. Кто там? Мелкий идет. Мелкий идет, друзья мои. Так, подожди-ка, я забыл про этого зомби. Надо его уничтожить. А ну, блин. Играет не по моим правилам. Ну-ка, лава-гуава вперед. Окей. Поджарили. Так, наверное, нам нужно вот сюда вот поставить с тобой защитников. Потому что эти динозаврики их толкают. И они мне здесь дискомфорт некий. Смотри, все-таки съел. Причем довольно легко. Так что, не знаю, ребят, чем вот этот орех круче первобытный наших обычных орехов. Не вижу никаких, так сказать, преимуществ. Ну, ты куда-то пришел, а? Иди отсюда. А мы его сейчас оттолкнем его обратно, да, сюда к нам? Ну да, его обратно к нам. Так. Орех сюда поставим с тобой. Последний подсолнух, и все, ребята, уже надо начинать делать защиту. Поставим, наверное, вот сюда вот лаву-гуаву. Как же вы запарили, а? Вот серьезно тебе говорю. Как же вы запарили бросать мне сюда этих мелких пройдох. Так, лава-гуаву. Мне кажется, ее лучше ставить в начале. Да? Или он сейчас толкнет его? Он толкнул все-таки. Сельдерей, ты что не выходишь? Давай бомби им в спину-то. Я же тебя для чего сюда посадил-то? Нет, и говорит, не хочу. Прикинь? Ладно, давай так сделаем. И обратно поставим орех. А еще я взял, что у меня, ребят, шестой день. Или какой седьмой, когда у нас на самом деле всего лишь пятый. Вот это да, вот это я вперед, батьки, лечу, как говорится, да? Всего лишь пятый денек. Что, 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 что? Смотри, что творят, а? Что они тут творят? Да, вот этот вот динозаврик, конечно, выводит меня из себя. Именно тем, что он подкидывает их. Мы их обратно туда можем сбросить, а он опять их к нам подбрасывает. И так до бесконечности. Все, разобрались? А, еще вон там идет один. Точнее, два. Здесь и здесь. Ну, давай разберемся тогда. Вот таким вот образом. Минус один. И как бы нам сделать-то лучше? Ну, давай вот так вот, лава-гуава. Он, наверное, подойти даже не сможет уже, да, я так понимаю?
Мы его просто отталкиваем, и все. Ну, осталось добить его там. Вот, и сказочки конец, ребята. Мне кажется, до 10 дня у нас будет все вот так вот легко и просто. А после 10 дня начнется жесть, трэш и так далее. А что у нас тут, ребят, скоро откроется? Так, ну что, мы с вами переходим на следующий день. И... А что они так в уголочке-то забились? Хм. Возьмем подсолнух. Так, дальше нам... Горохострел примитивный. Я не знаю, я не буду... Ох ты, смотри, что происходит. Это кто такой? Вылез тут. Мне не нравится этот чудик. Может быть, взять гипногриб? Или не стоит? Ладно, бонг-чой возьмем. И можно, наверное, цитрона. Поехали. Какая-то солянка у меня здесь получилась. Самая натуральная. Ни два, ни полтора. Ну ладно, сейчас будем смотреть, что происходить будет. Они 100% пойдут. И этот динозавр, который там появился, мне кажется, он будет их подбрасывать еще дальше. Ну или что-то в этом роде. Давай еще один подсумок. Два редка, как обычно с тобой сделаем. Да-да-да-да-да, бегут, бегут проныры. Так, что мы можем с тобой по-быстренькому здесь сделать? А вот так вот. Сюда и вот сюда. Так, этого будем отталкивать. Опа, смотри, 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 смотри. Идет. Ага, мы вот так попробуем сейчас сделать. Неужели он будет подбрасывать? Что-то вышел. Опять ушел. Хвост свой показал. Зачем? Зачем ты мне показываешь свой хвост? Неужели они будут сюда скатываться? Или что? В чем прикол? Хм, непонятно мне на самом деле, в чем прикол сейчас будет. Вышел, хвост показал, и все. Так, давай-ка мы, наверное, с собой сюда вот поставим бонг-чой, пускай он там займется этими зомбиями. Секунду, 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 мне нужна лава-гова. Хопа, всех спалили. Так, дальше, наверное, вот сюда вот поставим защитника с тобой. И сельдерей. Куда бы его влепить? Вот сюда поставлю. Также нам понадобится, наверное, бонг-чой здесь, чтобы он мог прикрывать и спереди, и сзади, если перепрыгнут. Так, горохострел примитивный. Давай, выставляйся. Так, идет чудик. Давай-ка мы вот так, наверное, сделаем. Пнул трупак. Нашел кого пинать. Так, сельдерей сюда поставим. Давай, давай, давай. Вот именно для этого мне здесь бонг-чой и понадобился. Видишь, как он хорошо защищает. Смотри-ка, он... Может быть, он где появляется, оттуда куча зомби идет. В этом уж прикол. А ну-ка. Да ладно, хорош. Успокойтесь, ё-моё, этот-то почти дошел, ребят. Мы успели с ним справиться. Не-не-не-не-не, парень, тебе здесь не рады. Отвали, отвали. В колпаке идет, блин. Это зомби у нас усиленный. Но мы с ним справились. Опа, опа, опа. Разобрались. Слушай, ну это мне нравится, как у нас тут происходит все. Довольно легко и просто. Давай, наверное, вот сюда. А, зачем я его сюда влепил? Вот. Да, это было глупо. Это было, друзья мои, глупо. Так, ну-ка. Ну, давай, давай, давай. Блин, с одной стороны, хорошо, что отталкивает, а с другой стороны, плохо. Не могу, чтобы этот сельдерей его сзади по спине отдубасил. Все. Шестой день у нас с вами пройден. И мы с тобой заработали примитивную пиньяту. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Наверное, новое какое-нибудь растение. 100%.
А кто у нас тут новое? Не знаю, ребята. Ну, 100 монет это понятно. Ага. Перфом шрум какой-то. И доисторический у нас, ребята, подсолнух. Так, 7-й день. Да что ж такое, ничего новенького опять нам не дали. Но, смотри, мы должны защитить с тобой вот эти вот цветочки. Вот эти цветочки, да? Зашибись. А мне дают только орехи почему-то. О, неужели? Так, давай стреляй. Что он тут свой хвост достал? Зачем? А? Объясни-ка мне. Опа! Все, я теперь понял, зачем это было сделано. Даже так. Просто он, ребят, перебрасывает их хвостом. Блин, а этот еще будет подталкивать, верно же? Так, ну моя цель-то здесь защитить. Зашибись, они мне дали всего лишь один горохострел. И как хочешь, так и справляйся. М-да. Давай запустим тогда уж. Раз по-другому никак. А здесь защиту выставим. А что будет, если мы вот так вот сделаем, ребят? Что-то я не помню, там каменным что ли стал? Смотри. По-моему, да, каменным. А ну-ка. Тынь-тынь-тынь, такими валунами прописал. Совсем не айс. Оу, друзья мои, сейчас раздавят, да? Не успел. Хе. Гаврюша не успел раздавить. Но радоваться рано пока. Вот тут у нас совсем как-то плохо все. Наверху просто орава идет. Слушай, кстати, я вот этот вот, оказывается, мог у них примагнитить шлем. Ты видишь, да? Стопэ, 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 стопэ. О. Фу, отбиваюсь как могу, друзья. Отбиваюсь как могу. Так, отталкиваем их. А где у нас тут больше всего врагов? Вот здесь, наверное, да? Блин, неужели пройдут? Нет, не пройдут. В плане. Я где-то не увидел, да, ребята? Раздавили. Раздавили цветочки. Ну что же, я предлагаю нам переиграть эту миссию. Раз такое дело. Поехали. Так, будем выставлять вначале. Идет, а? Давай. Начинай бомбить. В принципе, мы можем с тобой вот так вот по периметру поставить их, да? А, он сейчас будет подбрасывать же их. Точно, я забыл совсем. Так, если они, конечно, дойдут до хвоста, но не дойдут. Тынц. Блин, что этот пройдоха внизу ходит? Бесявый. Так, секунду, а как же мне тут сделать-то? Стопэ. Парень, не подходи, даже не вздумай. К моим цветочкам уже навострил свои лапки, да? Так, у нас есть с тобой еще одна ульта. Ну, мы, наверное, вот так вот сделаем. Окей, нам нужен еще один орех. И вон там, кстати, наверху тоже покоцанный весь. Это плохо. Съедят в любую секунду. И все, ребята, и... продуем опять в очередной раз. Так что такие моменты не стоит упускать. Так, справляемся вроде бы. Блин, смотри, вот прут и прут, а. Давай, наверное, вот сюда поставим с тобой еще один орех. Опачки, бедняга, сейчас его, наверное, съедят. Или не успеют. Эй-эй-эй-эй-эй, хоро... Что происходит, ребят? Они съели или нет? Мне не видно. Блин, мне не видно, но я тебе скажу одно. Что вот тут вот напряженка. Так, давай-ка бумкнем, наверное.
Наверное, не там я потратил. Так, еще один магнит сюда влепим. Я смотрю просто на орехи. Если какой-то орех съедят, а они уже съели. Слушай, подожди, а как вот этот вот чудик сейчас прошел здесь и... Мне не засчитали проигрыш. Он где-то вот здесь был, зомби. По растению он прошелся, получается, но ему не засчитали? Хм, странно. Ладно. Давай, блин. Примитивные, вы, конечно, все хорошо бросаете там камушки свои, но... Урон-то какой-то маленький. Что у нас тут в пиньяточке спряталось? Давай глянем. Покажите. Да хорош уже все это, понятно. Ну-ка. Ну, 100 монет. Примитивный горохострел. Примитивная мина. И все. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Так, доберем только лишь, наверное, пиньяточку нашу. Посмотрим, что нам здесь выпадет из нее. Угу. Примитивный орех и примитивный горохострел. Все. Ну, все так все. Ну, а с вами обязательно увидимся в следующей серии. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!